Я приветствую вас, друзья, с вами Сэйн Сэм, и сегодня нас ждет вторая глава Uncharted 4 Путь Вора. Ну, как вы уже поняли, находимся мы в тюрьме, в которой, собственно, и закончили предыдущую часть. Слушаюсь. Я ничего не говорил, откуда он знает, что я сейчас... Вау. Совпало классно. Друзья, я каждую серию в начале, пока не привыкну, буду охреневать от качества графики. Это просто... А я еще острюху время от времени. Вокруг лампочки летают... мошки... Ой, блин, слепит. Приветствую в Панаме. Эй, гринго! Ви ло ке хисте а Густаво! Тенго ун кучилло, ке тиене ту номбре, амиго. Так, эти ребятки очень-очень... Не рады мне, прямо ну совсем. Назад, назад! Прочь оттуда выродки! Эй, эй, танкелиса ты. Воу. У тебя есть фанаты. А, восторженная публика. Слушаюсь. Заходить внутрь? А мне там по щам не накидают? Ну вот, как... А, нет, все в порядке, хорошо. Эсуна сорпреса. Я немного знаю испанский. Стоп, что ты сказал? Скоро все узнаешь. Вот черт. Сейчас меня будут бить, возможно, даже ногами. Нет, амиго, ничего. Назад. Этот поручен мне. Бен. Воу. А тут беспределит по жести. Черт, а нельзя как-нибудь... Ладно, 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 я понял, 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 все. Меня ведут-то? Увидишь. Черт, где я? Не хотелось бы. Нет, нет. Не сюда. Куда? Я понял. После вас. Только хоть затылок не бей. Спускаемся, друзья, аккуратненько. Ничего подозрительного. Совершенно никаких подозрений у меня нет. Кабинет надзирателя. Да? Ту? Влево. Влево, да? Давайте еще посмотрим, что там у нас справа. Да, я понял. Сюда. Видимо, сюда. Да? Мне как будто из тюрьмы выводят, кстати. Пришли. Хорошо. Ты наручники снимешь? Хочу в долю. Что? На все, что ты там найдешь. Хочу в долю. Ну, знаешь, твоя задача была дать нам зайти и выйти, и все. И все? Да я ради вас своей шкурой рискую. Да, и Рейв тебе за это очень хорошо платит. Хорошо, но мало. Тебе говорили не открывать. Да, мне также говорили не брать взятки. Не водить сюда никого. И не бить заключенных. И тем не менее. Давай поосторожнее. Этой бумажке 300 лет. Какой предприимчивый охранник. Я служил в команде капитана Генри Эвери. Знаешь, кто это? Это пират. Пират, который взял самую большую добычу в истории и унес с ней ноги. Я почитал. Молодец. Больше может... 400 миллионов долларов в золоте и камнях. И все с одного корабля. С Ганки Савая. Да. Да, я в курсе истории. Давай, к делу. Так, так. Я сижу на самом верху испанской тюрьмы. А, вот. Уповаю, что однажды кто-нибудь придет в это адово место, примет мой крест и отыщет райские богатства. Ну, что ты хочешь? Райские богатства? Райские богатства. Я же говорил. Это метафора. Не-не-не-не-не-не. Вы с дружками купили себе пропуск в это адово место не ради одной метафоры. Хочу в долю. Ладно, сделаем так. Я обыщу камеру. Если 300 лет спустя там еще осталось что-то ценное, обсудишь вопрос с Рейфом. Давай уже. Ага. Я думаю, с такими людьми лучше не шутить. Письмо. И я не про охранника, конечно же.
Как ты туда заберешься? Ручками. О! А тут вообще ты полезешь? Ты же хочешь в долю. Шею не сверни. Ага. Какая офигенная лицевая анимация, друзья. Просто что я просил? Обалдеть. Кстати, стоп. Прямо здесь, под столом. Прямо здесь. Ага. У ящиков. Спасибо. Понял. Так, а где бы здесь забраться можно было? Интересно, а вообще здесь можно забраться? Плянкам этим нет? Хорошо. То есть нам сейчас катиться вниз. Воу. Катиться будем, я так понимаю, в эту игру мы много, да? Смотрим, друзья. Глубокий колодец. Интересно, а внизу что-то есть или нет? Надо, видимо, туда нам все-таки сходить будет. Так, давайте-ка пошарим здесь. Вот и веревочка, по-любому, да. С крючком. Вот мы и в деле. Отлично. Так, сначала мы поднимемся вот сюда. Ага, поднимемся мы вот сюда. Как бы это сделать так? Наверное, здесь, потом... Всё. Не, да ладно, я не могу запрыгнуть на крышу? Вы издеваетесь? А, я могу толкать его. Это должно сработать. Во как. Разобрались. Так. И, значит, если мы пойдем сюда, то нам нужно уже перепрыгивать ущелье и добираться до камеры. Поэтому давайте-ка сначала спустимся в пещерку. Как раз есть спуск. О, а что за радость такая блестит? Что у нас тут? Так. Панамский кулон в форме кошки. Ну, в общем-то, ничего необычного, просто кулончик. То есть маленькое сокровище для фана. Ну, хорошо. Что ж, я рад, что спустился. Давайте сокровище собирайте страницы. Не дочитал зачем. Ну, ничего, в повторе почитаю. Так, залазим. Оп. Тюремная камера. Ну, конечно же, нам туда. Мне туда добраться. Как добраться? Да тут да, очевидно, как добраться. Ух. Погнали. Ух. Первое время... Ай, осторожно, первое время так страшно летать. Ну, я так понимаю, теперь нам нужно только сюда, конечно же. И вперед, прыжок! Хоп! Какие мы молодцы, схватились. Так. Теперь мы... Вообще-то подняться вверх, я думаю, должны. Да. Здесь есть уступчики для рук. Вот один. Оп. Вверх. И вверх. Ой, твою мать! Фух, задницы сейчас чуть лом не перекусил. Жесть, какая напряженка. Прыжок. Добрались. Фух. А это было опасно. Тут можно съехать. Зацепиться за шест. Съехать можно, так только не убиться и... Оп! Прыжок. Фух. Я думал, не допрыгнем. Фу. О, да. Правда, я не очень нереалистично прыгаю, но да бог с ним. Все это игре готов простить за такую качественную графику и анимацию. Все эти... Вперед и наверх. Так, а здесь зачем-то есть выступ. Не просто же так. Так, сюда. И наверх. Можно забраться. Зачем? А. Давайте, друзья, осмотрим сначала окружающие пейзажи. Красиво, конечно, да, ничего не скажешь, друзья, очень красиво и здорово. Но нам нужно двигаться сюда. А, вот зачем нам сюда, собственно, для этого и надо было. Оп, хорошо. Нужна камера на самой вершине. На самой вершине. Доберемся без проблем, я думаю. Бернс насладился видом перед казнью. Так. Это точно.
Ну, там ничего впечатляющего, но вот сбоку, конечно, все очень здорово. Оп, в бок и вверх. Так, куда дальше? Дальше, дальше, дальше. Как бы тут карниз нас не обломал. Оп! А, твою мать. Что же они так-то по нервам проходят, а? Сволочи. Значит, здесь не пройти. Хорошо, давайте вверх тогда. Так, забираемся. И... Ну ладно, значит, давайте вниз. Оп. И сюда в камеру. То есть уже в башню саму залазим. Вот здесь пираты сидели и ждали виселицы. Куда мне? Что у нас здесь? Какая-то записка? Серьезно? Много. Определенно много текста. Я думал, сейчас в тюрьмах плохо. Читаем. 18 сентября 1696 года, друзья, давным-давно. Сегодня вечером повесил первого пирата из команды Эвери, прямо на виду у его подельников. Возможно, излишняя жестокость, но она вселила в их сердца страх. После я зашел в башню к заключенным. Жалкие пираты бросились мне в ноги, умоляя о пощаде. Надеюсь, что однажды я услышу эти мольбы из уст их неуловимого капитана. 20 сентября и через два дня. Сегодня, когда я вешал оставшихся пиратов, одному из них хватило наглости предложить мне взятку. Как раз тогда, когда им на голову надевали мешок. Все же те расплывчатые обещания несметных сокровищ. Ясно. Ну, то есть все они ему, видимо, предлагали сдать капитана. Я спросил его, где же мне найти эти сокровища, а потом вздернул его. Но когда он уже начал отвечать, не перестал мне слушать пиратское вранье. Зря, зря. Очень даже зря. Так. Давайте-ка обойдем здесь все не спеша, друзья. Опа, там что-то блестит, если не ошибаюсь. Да, там что-то блестело. Слушайте. Здорово так выглядит все. То есть можно зумить, то, что нам интересно. И вокруг пыльца такая беленькая, красивенькая. Что у нас здесь такое? Складной нож Наваха. А тут-то чего он делает, интересно? Ну, прикольная игрушка. Как будто новенькая, кстати. Посмотрите, какая она. Как будто вот совсем недавно здесь лежит. Интересно, нормально ли это? Так, что дальше? Ну, здесь мы можем забраться по... Вот здесь прямо-таки без проблем совершенно. Мы же лазучие сволочи. Так. Есть. Давайте-ка глянем, что здесь. Собственно, здесь мы и запрыгнули. Тюрьма еще цела. Испанцы строили такие вещи на совести. А можно ли как-то здесь... О! Скольких пиратов тут сгноили? Вот. Давай, давай, давай. Отлично. И теперь можно сюда вот будет прыгнуть, насколько я понимаю, да? Прыжок. Что-то я не то сделал. Ну ладно, сейчас еще раз соберемся. Забирайся уже. В чем проблемка-то? Ага. Я почему-то падаю. А почему я падаю? Здесь добраться же как бы несложно должно быть. Ха. Ну не зря же нам... Так тут прямо напротив этого дают. А! Вот как оно все. Ясно. То есть надо было вообще дождаться до самого этого. Я никак не могу рассчитать. Это круто. Длину этой супер-мега-веревки. Прям как в червяках, знаете, в Ормсах тоже такая была. Так, и я даже. О, наверх! И мы так можем. О-о-о! Тише, тише, тише. Ассасин просто отдыхает. Сэм такое пропускает. Так, ну. Я даже не знаю, стоит ли залезть мне внутрь. А. Бернса. Да это прямо номер люкс. Ха. Ладно, с чего начать? Действительно. Давайте-ка... Какой же смысл в этих закорючках? Тут есть что-то вроде расшифровки, смотрите. Лес, горы, я не знаю, обозначены одной цифрой. Стрела с чем-то обозначена немножко другой цифрой.
Так, солнце, смотрим. И луна. В алхимии это золото и серебро. О как. Стоп. Что-то подобное было в письме. Ха. Похоже на часть символа. Вот о! Вторая часть. Ну-ка. Так, перевернуть, хорошо. Значит, что мы видим, друзья? Кусочек, кусочек буквально. А! Стрелка с горами. Вот здесь вот она есть. Хорошо, но нам это ничего... Вот так. Во, так. Так, тут знаки зодиака. Ага. Это стрелец, а это скорпион. А, вижу солнце с луной и... Стрельца понимаю, скорпиона не очень понимаю. Но, видимо, это знак зодиака так схематично обозначен. Ну что ж, хорошо. И нам это, в общем-то, особенно ничего не дает на самом деле. Ну, да ладно. Так, что ж, положить. Давайте-ка осмотрим камеру подробнее. О, как, то есть я могу... Ага, стрелец, вот у нас значок, и скорпион у нас, ищем скорпиона, немножко похож вот на этого, и еще посмотрим, есть ли что-нибудь похожее. Так, ну, вроде бы, вот скорпион, точно, два, то есть, такой знак и двоечка, 10-2. И, я не знаю, компас, может быть, здесь обозначает, нам сюда нужно посмотреть. Давайте-ка глянем. Ищем десятку. Есть здесь десятка или нет? Здесь десятки вообще в принципе нету. Хорошо. Где она есть? Десятка-то это. Нет, нет, нет. Тут тоже нет. Вот, есть. Римская цифра 10. Нажимаем. Не поддается? В письме. Ты не понимаю, мы же в письме посмотрели. А! Ну вот, смотрите, у нас сначала первое этот стрелец, потом скорпион. До этого еще солнце, луна есть. Или если развернуть, может быть. Ну, вряд ли. Пробуем наоборот. Так, а... Солнце, луна, ничего нет. Так, давайте попробуем двоечку сначала прожать. Где она есть у нас? Здесь ее нету. Внимательнее смотрим. Здесь она есть. И римская цифра 2. Нет. Я что-то упустил в письме? Ха. Ну, правильно. Смотрим. Стрелец. И римская десятка. Знак скорпиона. 10? 2. Цифра 2. Все правильно. Я не ошибся. А, здесь еще двоечка есть. И римская цифра 2. Нужно найти правильную десятку, насколько я понимаю, сначала. Ну, то есть... И где тут у нас стрелец? Так, а где? Фу. Так, один. Один здесь. Вот она. Ага, я прожать ее уже не могу больше, потому что просто не могу. Что ж, больше двоечек у нас как бы здесь и нету. А если просто 12 поражать? 10 и 2. Крест и две черты. О, как! То есть не одну за одним, а вместе. Объединенных точно, они бы объединены были такой рамкой. Точно, друзья. И находим там. У нас тут. Дигна фактис рекипимус. Так, перевернуть. Хорошо. Еще что-нибудь может быть? Больше ничего. Ладно. Пора назад. Ну, это уже что-то на самом деле.
Обалдеть, на самом деле, что приходится подумать головой. Просто приятно и интересно, что в играх не забывают давать игроку такие вот задачки. Так, а можем здесь банально тупо ногой вышибить и выйти? Вряд ли. Хотя нет, она открыта. Да, все в порядке. Прожимаем и... Давай под... Оп. Оп. Надо смотреть под ноги. Оп. Ты аж хоть пол... Так, а можно просто не падая спуститься? И вниз. И вниз. Отлично. Что теперь? Скользить. Так, это я вовремя, скажем так, друзья. Опасно было. А, здесь можно перелезть. Хорошо. Вау. Впечатление, конечно, офигеннейшее. Надеюсь, вам тоже интересно за всем этим добром наблюдать. Аккуратно. Только бы балка оказалась не гнилая. А! Тихо. Все в порядке, все хорошо. Так, все хорошо. Можем прыгнуть, что ли, здесь? Ага, и что нам это даст? А-а-а! Я понял. Спускаемся и в последний момент прыжок. Ой! Хорошо, все. Все хорошо. Мы сделали это, друзья. Ох, молодцы, какие мы. Открывайся. Отлично. Бедное мое плечо. О, да. Красота, лепота. Вон, Варгас. Ага. Хочу в долю. Я с вами. Долю захотел. Только бы не... Страшно? Все в порядке? Все в порядке. Двигаемся аккуратненько. Все хорошо. Я уже думал, сейчас эта штука рухнет у нас прямо под ногами. Так, друзья. Нам нужно в прыжке успеть до... Вау. Ну, поехали. О, нет, 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 нет. Вау. Прыжки просто головокружительные. Словами не передать, насколько это все эпично. Когда сам же держит джойстик, это просто очень здорово. Фух, друзья. Я надеюсь, вы тоже так же переживаете, когда я прыгаю. И если это так, напишите, пожалуйста, в комментариях, чтобы я знал о том, что когда смотришь со стороны, действительно все именно так впечатляюще выглядит, как вот и для меня непосредственно во время игры. О, а тут то есть себе так. Нажмите, чтобы спрыгнуть на уровень ниже. Да. Оп. Добрался. Как успехи? Дрейк? Ну что? Там было пусто. Если где и спрятана подсказка, я ее не нашел. Уверен. Ты хорошо поискал? Наверное, я упустил что-то в письме. Вдруг имелась в виду другая башня, которой нет давно. Ну да. А может, чертежи какие остались? Схемы построек. Может быть, есть какой-то архив. Ага, хорошо, тогда поищи там, вдруг чего накопаешь. А я поговорю с Сэмом, он эксперт по Эвери. Может быть, он во всем этом разберется. Ладно, я залезу в архив. Да. Повернись. Ага. Ха. Так легко обдурили этого охранника. Я думал, толковый чувак, а по факту оказалось... Как? Когда с ним поговоришь, свяжись со мной. Хорошо. Вали. Ринго, если еще раз полезешь в драку, загремишь в карцер. Надо же, какая экспрессия. Ну, я актер получше. Это точно. Ты поэду дезира, верта де принципианте, верда? Ихо де пута. Lo siento, chicos. Tengo que irme. Claro, te vas cuando estás ganando. Para ti, Ребятки немножко разрисованы на всю голову. Ну, тебе и видок. Ты живой? Ну, издержки производства. Пошли. Эй, стоп, стоп. Давай-ка, не нагнетай саспенс. Ты был прав. Мы были правы.
Сейчас найдем Рейфа и... Рейфа. Ну, только не начинай. Слушай, сам сказал, что это мы нашли. Ты и я. А богатенький ублюдок просто упал на хвост. Сколько мы пытались сюда влезть? У нас были зацепки. Да не было. Вот по нулям. Будем честны, без Рейфа и Варгаса мы б сюда не попали. Да, кстати, о Варгасе. Есть проблема. Какая проблема? Он пустил тебя в башню? Да, да, пустил. Но сперва письмо прочел. И что он теперь хочет? Ну, в долю. В долю. Черт. Рейф, если кто-то еще об этом узнает... С Варгасом я вопрос решу, не парьтесь. Сейчас давайте обсудим более важные вещи. Ладно, пойдем только куда-нибудь, где потише. Ага. Все, тут никого. Так, ну и что ты нашел? О, охренеть. Эй. Можно? Аккуратней только. Дерево инкрустировано серебром. Неплохо сделано. Он пустой. Зачем так старательно прятать выдолбленное деревянное распятие? Это не распятие. Формально распятием называют крест Христа. Это не Христос. Да, ни тернового венца, ни гвоздей, но если не Христос, то... Ну ты прочитай. Digna factis recipimus. Мы получаем... Нам воздается по делам нашим. Ага. А ты крут. Ну, знаешь, детство в католическом приюте. Святой Дисмос. Да, благоразумный разбойник. Но какая связь? Так, а теперь для тех, кто прогуливал воскресную школу. Ну, на Голгофе Христа распяли между двух разбойников. Один разбойник потешался над ним, а второй, вот этот, раскаялся. Он смиренно принял наказание за грехи. И Христос забрал его в рай. Благоразумный разбойник. Что? Ты понял? Существует собор Святого Дисмоса в Шотландии. А в Шотландии теряется след Эвери. И это не случайно. Нет. Честно, я в вас сомневался, но... Пошли найдем Варгаса. Пора уже на свободу. О, сейчас будет веселуха. Дай угадаю, это с ним ты поссорился? Не знал, что у него столько друзей. Мира, я нас ганаста, ясно? О, у него здесь заточка, друзья, в штанах. Эй, знаешь что? Ту ну ты метас. Ладно. Ёп. Понеслась. Вырваться. Так, хорошо. Ух ты, как мы опрокинули двоих. Вырваться. И еще по щам. Разок. Так, ну с драками здесь, конечно, очень... Ау! Как шикарно. Так, странно перекидывается, конечно, он. Так. Вот так вот вам. Вырываемся. Молодец, спасибо. Хренячим его. Есть. Так, ну помочь нашему братцу. О, так мы без проблем ушатаем всех их. Когда нас много, вырываемся. И по шарам. Как болезненно. Падай, сволочь. Нет, не все так. Стоп. Опа. Главное вовремя прожать треугольник, и тогда он замечательно так вырывается. Отличное комбо выписываем. Просто обалдеть. Стоп. Как бы он нас... Вот. Вырываемся. У него же там заточка. Как бы он только ее не заюзал. Прикрывайте, чтобы избежать удара. А, перекатывайте, чтобы избежать ударов, я понял. По щам и Так, нет. Есть. Черт. Вот так вот. Хорошо. Черт же, сволочь. Это с этим не так уж просто справиться. Нет. Конечно, ты так просто не... Ага.
Черт, какой ловкий! Как ты с ним? Прожимайся ты давай! Твою мать! Вот так вот! Эй, отстань! Господи! Оп, за точку сейчас останется. И это... Да. Вот ли, как он. Спас нас. Фу. Чёрт. Что, контрабанда? Варгас. Заткнись! Кем себя возомнил? Явлосу Селда! Вот же ж, это мы влипли, конечно. Ты. Ну ладно. Деханос! Теперь точно от доли не отделаемся. А у него еще пистолет с собой. Нас чуть не убили. Еще могут. Варгас? Ты что? О, я ничего не нашел. Может, не та башня? Ну? Меня воспитывали монашки. Крест всегда со мной. Смешно. Эй-эй-эй! Он же ничего не стоит. Я вам что, идиот? Ты хочешь изменить условия? Ладно, только давай без этой пурги. Убери нахрен пушку. Сейчас выстрелит в ногу какую-нибудь, нет? Хорошо. Нет. Пофиг. Мы дадим тебе 10%. Немало. Мы делаем всю работу. 20. Без нас ничего не найдешь. 20% просто... Нифига себе. Четверть. Четверть просто за то, что это жирная задница. 25. Что скажете, парни? Ну что, согласен. Ну да. 400 миллионов делится на 4. Значит, договорились? Да, договорились. Хорошо. Но если вы еще хоть раз... О, как! Сейчас, чувствую, будет заварушка. Господи! Вот и все. Ты что, совсем рехнулся? Охренеть. Проверить? Как же нам бежать-то сейчас? Что делать будем? Дальше все по плану. Это часть плана! За мной! Бегом! Бегом! Побег из тюрьмы под обстрелом? Охренеть просто. Рэй, твою же мать, тут по-другому не скажешь просто. Варгас сказал, лодка будет под ним. Воу! Не знаю, бежим, 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 бежим. Окно! Эй, помоги мне! Давай, 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 прожимайте уже. А, ну то есть окна там такие, знаете, честным словом, смазаны. Вперед, вперед, вперед. Ничего себе, а что, можно так сделать? Можно сбежать из тюрьмы под обстрелом? Побежали, побежали. Нет, 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 никаких... Какая офигеннейшая графика, друзья. Перекат. Фух. Давай, 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 давай. Не останавливаться. Твою мать. Все в порядке. Давай, Сэмми, беги. Давай же, давай, давай. А что ты здесь будешь сейчас делать? Ага, сюда. Черт, давай, прыгом. И здесь заперт. Так, есть идея? Давай, Сэм. Давай, Сэм, давай, бегом. Прыгай. Молодец. Спускай нам лестницу, и все будет хорошо. Более-менее хотя бы. Отлично. Черт, а куда ж ты первый-то лезешь? Воу! Сзади уже, как всегда. Твою мать, перекат. Вверх. Фух. Друзья, жесткая напряженка просто... Нет, твою мать. Ну что, все, мы одни? Ух. Только не выйти, что мне придется сейчас ушатать целую кучу народа.
А, они все спрыгнули помочь. Ну, спасибо братцу, а то бы я без него... Получай, получай. Перекат. На, братец, вместе разберемся. О, так легко. Охранники будут почехлее, чем, чем эти бандиты. Ты ему не веришь? Куда дальше-то? Давай, толкайся, давай, давай, давай. Ну, ага. Ты думаешь, он свалит без нас? Нет, если успеем. Давай. Надеюсь, успеем. Не хотелось бы, чтобы... Осторожно. Тихонечко, тихонечко, тихонечко. Они не хотят, чтобы мы убежали. Вот черт. О, он там зажигает, я смотрю. Спасибо, друг. Он нас не бросил, вы представляете? Ё-моё. Вот это паркур. Сейчас буду стрелять. Нет, все в порядке. Хорошо. Не останавливаться, друзья. Главное не сбиться с пути. Прыжок. Хорошо. Воу. Опасно было. Стреляют. Черт. Ёлки-палки, она выдержала, она нас выдержала. И, а как Сэм прыгнет? Сэм, давай, давай, Сэм, давай. Фух. Давай. Вытянули, хорошо. Черт, нам бы... Сэм, нет. Что? Нет. Держись. Сэм. Вторую руку, давай, давай. Ну что, Сэм, что... Нет. Нет. Черт его потери! Нет, он еще там! Его больше нет! Быстро, лодка прямо под стеной! Нет! Не могу! Не могу его бросить! Нейт, твой брат погиб! Выбирай, ты со мной или с ним! Нет, он же... Как хочешь! Надо бежать! Сэм! Господи, нет! А можно было, интересно... Ну ладно, если бы мы не бежим, нас, наверное, расстреливают просто тогда. Да, если мы не бегаем, нас расстреливают. Офигеть момент, друзья, я в шоке. Ну, как бы мы знаем по трейлерам, что с Сэмом все в порядке, но... сейчас-то мы этого не знаем, и... Натану просто... Офигеть. Вау. И только сейчас начинается настоящая игра. То есть две офигенных вводных главы было, и сейчас только самое жаркое. Uncharted 4 Путь вора, друзья, во всей красе. Прямо перед нами. Ох, я в огромнейшем восторге просто от происходящего. Такого... Давно не было, честно говоря. Вот в детстве я от игр просто тащился, хотя они были страшными, некрасивыми. И вот сейчас тоже я получаю просто истинное удовольствие от проделанной разработчиками работы. Это очень сильное ощущение. Надеюсь, они выдержат каждую главу в таком же ключе и будет так же интересно. Посмотрим. А это мы, как видим, сейчас есть... Рисуночки из предыдущих частей, насколько я понимаю, из культовых сцен и мест, где мы были. Да, да, точно, это вот момент, где падал на грузовики и самолет, одна из самых зрелищных сцен предыдущего года. Третьей части, получается. Или второй, я, честно, я не очень хорошо знаком с предыдущими частями серии. Да, было и погоня на лошадях, и все подобное. Вау.
Ну что ж, впереди нас ждет продолжение, а сейчас, друзья, я думаю, на этом серию можно смело закончить, она была очень насыщенной и интересной. Что случилось 15 лет спустя, узнаем дальше. Я надеюсь, вам это видео понравилось, друзья, ставьте лайки, если это так, и не забудьте подписаться на мой канал. Я прощаюсь с вами, еще услышимся. Всем пока.